мост назвали по фамилии подполковника Аничкова, батальон которого охранял въезд в город. Фонтанка была границей города. Город весь был на противоположном берегу с правой стороны. И вот батальон под командованием подполковника охранял здесь въезд в город с той стороны. По его фамилии назвали переправу. Мост был деревянный, в 3 раза длиннее нынешнего, потому что перекрывал не только реку, но и заболоченную пойму. Невский проспект на магистрали непротяженная, чуть более 4 километров. И поначалу это всего-навсего была лишь просека, по которой подвозили лес для изготовления кораблей на